Продолжаем эксперимент. Слушай, ё-моё. Вливаем спиртом. Что кино сегодня? Так, что у нас? Второй день путешествия. Начало. Начало второго дня. Шла? Чуть из воды не выпрыгнула. Причем подход был, я думал. Опа! Вот он! Есть. Ой. Какая красивая, серебристая. Красавица. Хрена здоровая. Слушай. Сима? Сима. Симинка, блин. Ё-моё. По-моему, сима, хотя хвост. Верхние зубы есть на челюсти? Я еще не видел. Ну, похоже. Нет, очень, ну, очень сильно похоже. Ну, по крайней мере, рожа похожа. Не, горбуша. Горбуша? Ну, хвост пятнистый он какой. Маленько. Я по хвосту. Хотя, смотри, ровный хвост. Ну, ровный хвост, да. Ну, по идее, зубы должны быть верхние. Нахрен. Если зубы есть, значит, сними. Я вот, блин, но она не похожа на горбушку, она жилькая толстая. Да, да. Семина. Семина? Угу. О, какая мохнатая. GT Bio, 30 грамм. Да, мне кажется, тут можно вообще вон, вылезти. О, вон бежала, вон она. Опа! В одном и том же месте хватает. Красота. Продолжаем эксперимент с приманками. Да, на воблера зацепил. Эксперименты.
приносит. Да блин, здорово! Ах ты хорош. Утягивает. Так он еще и серебристенький. 2800. Так, контрольный на вот эту вертушечку. Не, на нее даже и не реагирует. Не эрегирует. О, вот такая вот рабочая была. Вот, вот эта. Да она и так ловит, никакой интриги. Как там стоим, конечно. Ага. Ох, какая. Самец? Там, это хобот какой-то. Ага. О, поймал какую-то мелочевку. Ха-ха. Пеструшка. Молодь ему. Который остается в этом. В пресной реке, не уходя в море. 1500 за одну пеструшку. Покупают их? По 2500? Инспекция покупает. Покупаешь в инспекции. Ох, какая резвая. Эх! На микро блеснул. Самочка. Самочка? Ага. Ох, какая красивая, смотрите. Да. Горбыль. Здоровый. Да сколько можно уже? Ох, ничего себе здоровый какой. Вот это вот уже вес может быть и по трешечку. Три. По виду как пять, блин. Ну. Вон они. Вон, смотри. Смотри, я машу, и она вон стоит. Смотри, сейчас клюнет еще. О, две. Ну, это ударило головой. Тут небольшая выставка спиннингов. Что тут у нас такое? Это у нас Максимус. Еще один Максимус. И оба Максимуса с обломанными концами. Это еще одна выставка рабочих. Еще пока спиннингов. Что тут у нас? Вот на что ловят. Так, в основном на тасманов. Вот такая вот у меня очень рабочая блесна оказалась, и пока целая. Вот кто не в курсе, есть такая волшебная блесна. На солнце выцветает. Тасманский дьявол называется. Австралийцы делают. 26 грамм тяжелый. Вот каким образом начали ловить на тасманов? И это самая уловистая блесна на горбушу.
кто-то привез. Виталик, ну что, как дела-то твои? Много икры сегодня начистил, а? Нагрохотал, да. Много икры? Много, молодец. Сегодня будешь помогать? Вчера нам так помогал. Ничего себе. Мяско вылазит само, да? Какая давилка для краба, интересно. Ни разу не пользовался такой. Здорово, здорово. Отлично. Но большие, по-моему, не ведутся. Вот мелочь ведется. Опа! Все. Нифига себе! Стоило включить камеру, видишь, сработал сразу. На камеру сработал. Красноперка? Да, красноперка. Да. Смотри, какая вообще смешная. Не отходя от кассы. Отпускай. Отпускать? Ну, конечно. Ну не так! Вниз! Еще бы в лодку. Процесс переработки. Вот на такие вот филейные шматки мы разрезаем. Вадик, как главный хирург, пластует. Остается. Два часа ловишь, потом полдня шелушишь. Вот она, красота. Мяско какое аж ало-оранжевое. Только с моря такое бывает. Вот так вот. Детский труд на великолепной базе. Растут прекрасные детишки, которые не чураются трудиться. Моют лодки, помогают дядям в переработке рыбки. Умнички. Процесс заготовки. Вот так вот добывается икра. Чтоб она была гладенькая и вкусная, надо ее отгрохотать. Вот это вот рамка с сеточкой, называется грохотка. Вот наше место, уже чистенько все. Все за собой помыли, прибрали. Разделочный столик стоит на берегу. В прилив вода до березы, до деревьев доходит. Сейчас уже он буквально тут за час ушло сколько. Море рядом у нас. Вон море видно уже. В забродных штанах все он. Настоящие матерые переработчики. Процесс мойки икры продолжается. Видишь, все шкурки, которые там протирались, чтобы она была чистенькая и икринка к икринке. Вот так вот. Есть рыба! Ух ты! Тихо, к берегу, чтобы на пирс не это, не намоталось. Опа. Тихо. Жирнющая красноперка. Лиза долбит на ультралайт. Лиза, не перехватывай. Все, лизон. Молодец. Не порви только лесочку тоненькую. Хобана! Понеслась, э? Вот Виталик, на, наш помощник. 4 года. Да. Работящий парень. С утра до ночи что-нибудь моет, чистит. Лодки. Носит грохотки. Рыбку помогает. Грохотку он чистит. Не поймай, Лиза, Виталик, ну-ка посмотри на меня. Какой ты красавец. О, молодец. Некогда смотреть, работать надо. У него забродные штаны настоящие. Настоящий рыболов. 4 года. Скоро будет. 25-го.
Еще нету, 4. 4 года. Вот. Четвертый час промывания икры. Совершенству нет предела. Шкурки все всплывают и всплывают. Она нежная, только вон еще с моря. Очень много шкурок остается. Когда грохочешь, икринки лопаются. Вот Галя на моторе ходит тут. С утра до вечера рулит. Так, ну что, начнем? Перекрестясь? Да. Промывку и будем ее солить. Она уже, наверное, от морской воды посолилась, блин. Я так думаю, столько пробываешь, блин. Поэтому всего 5 минут. Давай, я тебе уже помогу. Процесс засолки занимает 5 минут. Заливаем тузликом, удерживаем 5 минут и сливаем. И настечку на ночь вывешиваем. Виталик учит дядю Сережу, как чистить грохотку. Видишь? О! Неправильно, да, все делает, Виталик? Скажи, что ты вообще дилетант какой-то. Заливаем спиртом. Да, да. 120-градусным. Так. Что, Виталик, все правильно делаем? Точно? Да. Направляемся к морю, к берегам Татарского пролива. Вышли мы на Татарский пролив. Вон, где полоска облаков, там Сахалин. Такое вот оно. Охота моря. Очень атмосферно. Кругом пеленгасы валяются, выброшенные, гигантские. Такие вон пушканы. После нашего пирса плавания волнами их выкидывают. Чайки только глаза выклевывают. Вот тут весь берег им усыпан. Выглядывают. Где голова, где хвост замытый. О, вон какая туша лежит. Даже медведи не хотят жрать. Реально, нежно-нежно такое вообще. Ни камня, ни вообще никаких крупных вкраплений. Вот однородный. Прям на ощупь такой нежный. Ну что, кино сегодня?